В Астане завершился этап мирового гран-при по дзюдо. Сборная Казахстана на домашнем татами завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Среди победителей Максим Раков, который выступал в весовой категории до 100 килограммов. Золотую награду также выиграл чемпион азиатских игр Елдос Сметов в весе до 60 килограммов. В общекомандном зачете Казахстан на первом месте. В тройке призеров также вошли сборные России и Венгрии.